Ребята, всем привет! Мы сегодня едем на пикник около моря. Мама с папой пошли относить вещи в машину, и мы сейчас одни дома. И нам с Миланкой пришла идея снять челлендж. 24 часа мы кричать будем. То есть на все вопросы, что-то просим или просто разговариваем, но мы кричим. Ну что, Милан, попробуем сегодня разыграть родителей? Да. Мне кажется, получится классно. А вы поддерживайте нас лайками и не забывайте подписываться на наш канал. Ну что, мы выехали на пикничок. Девчонки, вы ничего там не забыли? Я слышала, нет, ничего не забыли, все взяли. Да, все взяли. Вообще-то мы не глухие. Повторите, а плохо... кто сказал, что вы глухие? Повторите, плохо слышно. А все взяли, ничего не забыли. Чего-чего? Все взяли, ничего не забыли. Милан, ты что кричишь, горло надорвешь. Все успокойся. Взяли, все нормально. Вы так радуетесь, что мы на пикник едем? Ну да. Ну да. В общем, мама, сейчас... воду взяли? А? Сейчас... Мы заедем за водичкой сейчас. Сейчас заедем, успокойтесь. Ну все, хорошо. Ну все, хорошо. Вы так переживаете? Ну нет. Конечно. Ну конечно. Без воды там будем на пляже. А тут пить захотел. Понятно. Лика с собой взяла пиццу. Мам, Мила... мы еще взяли голубой матрас. Угу, можно потише. Мила... А еще штатив взяли, мыльные пузыри взяли. И все-все-все круги. И да. Ага. Тебе не жарко? Нет. Угу. Мне тоже. Класс. Угу. Да. Милаша, тебе не жарко? Нет. И мне нет. Тебе везет. А что у тебя в пакетике? А? А, ты взяла цветочек. Да. Угу. Классный цветочек. Это мы цветочек. В Спайсе купили. Угу. А что ты кричишь-то? Пойдем, люди сзади. Но мы уже спустились, смотрите. Какое море красивое, да, мам? Класс, да. Мам, ты купаться будешь? Буду, буду. Но волны есть, классно, поплаваем на волнах. Ладно, пойдем. Яна, пойдем. Пойдем, пойдем. Олика будет сейчас надувать пиццу. Взяла такую огромную пиццу, классно. У нас еще... Милаш, ты куда пошла? Иди сюда. Ты будешь надувать только матрас, да, Лик? Да нет, мам, там еще круги будут, еще один матрас. А, понятно, только что ты так нервничаешь-то, а? Да я ж не нервничаю. А, понятно. О, Миланка вот такую вот жиракушку нашла. Ма, там много их. А, ну понятно, понятно. Вау, какие они крутые, мыльные пузыри. Девчонки взяли с собой такие гигантские мыльные пузыри. Посмотрите, как это круто. У-у-у, вот это классно, видела? У-у-у, супер, класс. Класс, посмотри, какие длинные. Вау, обалдеть, это вообще крутяк. Класс! Давай! У меня все. Девчонки, нам уже пора домой, да, все, собираться. Надо оставить для фотографий. Мам, ты сделаешь фотографии мне? И со мной! А что кричите так? На весь пляж, девчонки. Какие крутые они. Мыльные пузыри вообще. А вот у меня сломалось. Ого! Но она не сломалась, ее вставить можно. Она, скорее всего, выскочила. Да. Да что ж ты кричишь, я слышу. Стою рядом, ты кричишь. Ну да. Подержи, мам. Что ну, подержи? Подержи. Непонятно, почему это кричит. Да, мам? Да, я что-то не понимаю, Милана, и ты тоже что-то кричишь. Все, готово, смотри. Починила. Оп. Угу. Она просто выскочила, да? Да. Девочки, ну вы сегодня прям на позитиве.
На каком? Да кричите и кричите. Это вы такие довольны, да, что на пляж вырвались? Ну, отчасти, да. Понятно. Я жду фотографий. Миланка, ты сейчас перельешь все. Нет. Да. Нет. Ой, не могу уже, весь пляж на вас смотрит. Вы что кричите-то? Да ничего. Ой, не могу. Мам, красиво, скажи, да, мыльные пузыри, смотри. Мам, смотри, скажи, красивые мыльные пузыри. Ну, хочу так. Настроение хорошее. Ну, я снимаю тебя, вот мыльные пузыри, красивые фотки. Классно. Милаш, куда я попускала? Милане, давай маме, а то она их выльет. Ну что тебе не нравится-то? Милаша, давай вверх пускай их. Нет, хорошо. Давай. У вас все хорошо? Да, у нас в порядке все. Надо меня мыльными пузырями скупать. Ну скупаешься в море, море чистое сегодня, да? Хорошо. Ну вот. Давайте домой собираться. О, красивая фотка будет. Так, девочки, все, собираемся домой. Ну зачем? Лик, ты хочешь домой? Не, я не хочу. Мама, ты хочешь, да? А я хочу. А мы не хотим. Милашка, хватит на меня, если я все в мыле. Супер. Ладно, все, давайте, закругляемся. Я вся в мыльных пузырях. Девчонки, а что это вдруг такая тишина? Я смотрю, как Лика делает что-то. А я в Инстаграме читаю комментарии. Вот, а вот это... Выбираю видео себе. Вот, я вот это смотрю. Девочки, у вас все в порядке сегодня? Да, мам, да, все в порядке. Да. Да я хорошо вас слышу. Хорошо. Мы, в общем, сейчас хорошо отдохнули, накупались, девчонки, да, поджарились и, по-моему, перегрелись. Вот, ребята, вы все хотите back to school одежда. Вот пойдем завтра снимать. И не пишите, что мы опять в магазин. Это вы хотите. Да, мама? Да, мама! Да! Лика выложила сегодня пост в Инстаграме. Какое ставьте видео снять? Ставьте, да что вы кричите? Я не понимаю. Ставьте, ребята, у меня болячечка. Какая болячечка? Чего ты кричишь-то? Кричите и кричите, я не понимаю. Ну нет, я не кричу. Мы просто так говорим. Что, глухих повезли? Нет. Нет. Девчонки, что там шепчешься, Милан? Девчонки, вы что-то тут надумали, что ли? Милан, вы чего шепчетесь? Лика! Да подожди, Миша. О, уже более-менее. Подожди, мы сейчас! Забыла. Ребята, кто догадался? Вообще, в чем дело-то сегодня? Мама, мы давай все-таки снимаем видео. Я так и знала, что вы что-то снимаете. Понятно. Я еще и думаю, почему вы кричите. Ну да, и мы это уже закончили. Но я еще кричу. А у меня уже горло село. Ладно. Все, ребята, на этом наше видео закончилось. Всем пока-пока. Пока-пока. Ребята, если вам понравился такой челлендж, да! Что и понравилось, что девчонки придумали 24 часа кричать. Если честно, меня немножко раздражало. Вначале забавно было, я не понимала, в чем дело, думаю, чего они кричат. Потом начала подозревать уже к концу дня, но немножко начала раздражать, что они постоянно кричат. Весь день они кричат.
Но если вам понравился такой челлендж, ребят, ставьте лайки, пишите в комментариях. Говорим пока-пока, ребята. Пока-пока! Милана до сих пор кричит. Все, ребята, всем пока-пока. Пока-пока!